5 миллионов тонн нефти. Таков план по переработке сырья на 2015 год от Уральского нефтеперерабатывающего завода. Это самый большой объем нефти, который предстоит в течение года переработать предприятию, созданному в 1946 году. Нефтепереработчики планируют произвести 660 тысяч тонн светлых нефтепродуктов бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 и авиационного керосина, а также 1 миллион 220 тысяч тонн дизельного топлива. В прошлом году завод переработал 4 миллиона 920 тысяч тонн нефти, произведя 612 тысяч тонн светлых нефтепродуктов и 1 миллион 340 тысяч тонн дизельного топлива. Немаловажно, что переработка нефти на АНПЗ ведется одновременно с масштабной реконструкцией производства, после завершения которой в 2016 году выпуск высокооктанового бензина на заводе увеличится до 1 миллиона 700 тысяч тонн в год.